Польша и Беларусь 25 марта отметили День свободы Беларуси. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Этот день особенный, поскольку уже само слово «воля» теперь имеет особый смысл. Воля, наконец, стала чем-то, что можно взять в руки и даже передать другим поколениям. День воли 2021 был особенным даже для тех, кто сейчас далеко от родины. Во Вроцлаве прошел Марш Свободы. Местом встречи была Площадь Свободы. Мэрия выдала разрешение на проведение марша только на 5 человек. Участников же было около 200. Полиция изначально не разрешала проведение марша, но после недолгих переговоров все же пошла навстречу. Белорусы Вроцлава прошлись от Площади Свободы на главную площадь Вроцлава. Они пели белорусские песни, несли символику своей родины, цветы и плакаты. Акция прошла мирно и под контролем полиции. Вечером же на фасаде городского стадиона Вроцлав появилось изображение белорусского флага. Он был подсвечен цветами флага Беларуси в знак солидарности города к восточному соседу.